Главный тренер команды СГУ Дмитриев Михаил Александрович. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшней игре. Какие позитивные сдвиги были у команды по сравнению с предыдущими матчами? Какие, например, сильные стороны выделил бы у соперника? И в целом, буквально пару слов о турнире. Чем запомнился? Какой матч был наиболее зрелищным, интересным для вас? По сегодняшней игре могу сказать, что владели, в принципе, территориальным преимуществом и голевые моменты опять создавали. К сожалению, сначала не могли реализовать, потом забили все-таки под конец, когда соперник уже совсем устал, наверное, от наших атак. В целом, неплохая игра, хорошая игра команды в защите в целом. Вообще, в принципе, тур прошел, команда прибавила в целом, потому что если первый тур были проблемы в организации игры, сейчас эти проблемы уже мы пытаемся решить, уже больше команда владеет мячом, больше контролирует мяч, создает больше голевых моментов в каждой игре. В целом тур провели неплохо, единственное, что в первой игре хотелось бы, конечно, победить, имея преимущество, численное преимущество, вот это вот обидно как бы. А так, в целом, хороший тур, мы довольны, позитивные сдвиги команды в целом идут в правильном направлении, значит, мы работаем. Плюс хотелось бы еще сохранить вот этот настрой, вот эту самоотдачу ребят и в следующих турах. И прям пару слов для болельщиков. Болельщиков? Мы рады. В Саратове, как и нам, всегда болельщики приходят, наши поддерживают. К сожалению, на выезды не ездят, но это нормальная ситуация. Так хотелось бы, чтобы больше, как можно больше людей смотрели наши игры, поддерживали. Постоянно люди нам звонят, интересуются играми, смотрят. То есть в саратовском туре приходите, будем всегда рады вас видеть на футболе. Спасибо.